Персональная выставка Земфиры Бекташевой проводит в Йошкар-Оле месяц. Посетители музея изобразительного искусства увидят более 20 работ. Все они представляют симбиоз различных техник. Одна из них – ушковая техника. Традиционно для татарского орнамента, но сегодня почти забытая. Особенность ее в том, что из мелких кусочков шелка треугольной формы путем нашивки составляются крупные рельефные фигуры. Сейчас это искусство исчезает. Оно где-то уже в середине 18 или 19 века стало исчезать. И я вот стала изучать, искать эти произведения. Искать было очень трудно, потому что их нет, они не сохранились. И вот я сейчас своим творчеством хочу вот эту ушковую технику развивать и продолжать. Даже вот ни в одной народности этой ушковой техники нет. Это своеобразная вышивка. Почему ее в деревнях не делали? Потому что это очень трудоемко и, как сказать, делали из атласных ленточек. В деревне такого нет, а в городе еще они были. И вот вы, наверное, видите здесь вот такие пышные цветы. Это и есть ушковая техника. Дело в том, что каждый лепесток выполняется отдельно. Вот в этом заключается ее трудоемкость.